Дуда плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Время – деньги». И у нас, идет ход, и сейчас посмотрим, что у нас будет здесь. Интересно, смотри. Новый киоск. Возможность улучшения. С помощью вашего знакомого чиновника вы можете получить разрешение переделать киоск в точку быстрого питания и резко увеличить его деловую привлекательность. Доход с аренды вырастает сразу же на 40-60%. Цена 130 тысяч. Так, 130 тысяч. Так, посмотрим, подожди. Так, кредит у нас, офигеть, у нас уже кредиты не дают, такие большие. Так, а что у нас с депозитом? С депозитом. Так. На счету 17 тысяч. Ага, 80. Так, блин, не хватает, ё-моё. Офигеть. Что же делать? Как же быть? Ага, значит, смотри. Знаешь, что сделаю? У меня есть пассив. И попробуем что-нибудь продать мотоцикл. Не продается. Так, актив. Так. Ну, я вижу, артиллерия. 96 тысяч. Требуется времени 1 час на продажу, да? Или что такое вообще? Сдвоенный участок с домом есть, но не просит, но денег. Значит, надо его продать. Так, ну нужен час, поэтому мы не сможем, мы не выиграем ничего. Ладно, отказываемся от улучшения, ничего страшного. Ничего страшного. Так, смотри. Новое знакомство. Благодаря вашим недюжим навыкам общения вы заводите знакомство с человеком, который налаживает деловые связи из Китая. А быть может, он сможет стать вашим партнером в деле, требующим особый опыт ведения бизнеса в Поднебесном. Это хорошо. Это очень хорошо. Так. Опять новое знакомство. Смотри. На выходных в новой компании, благодаря своим навыкам общения, вы завязали знакомство с приступающим инвестором. Этот человек ищет, куда можно вложить деньги, и может помочь вам со стартовым капиталом. Типа деньги занять. Если бы нам что-то друг дал бы нам 100 тысяч, отдал бы тогда, который мы занимали ему, тогда бы, может быть, нам бы это было. Смотри, почему наличные такие маленькие, а? Так. Слушай, знаешь что? Мы все-таки продадим. Нам деньги нужны, короче. А, смотри, антивирус. Вы можете купить надежный антивирус Успенского для того, чтобы защититься от всех возможностей приятностей с компьютером. Придется купить. Потому что если я не куплю, всякая фигня будет. Подводный камень, а? Так, расходы. Хорошо. Так, знаешь, что мы, получается. Так, актив. Актив у нас есть. 12 соток. Мы его продаем. Вероятность продажи. 14% взял. Так, хорошо. Потом, смотри, у меня 6 соток есть еще, да? Так. Продаем. Так, вероятность продажи уменьшаем до 10%, ну, до 15%. Так, потом, что еще у нас тут есть? А, гараж. А гараж нам дает доход. Не будем трогать. Так, деревенский дом. Так. Тоже мы его сейчас продадим. Деревенский дом. Тоже сделаем. Где-то так, 12%. Вероятность продажи. Так, хорошо. Потом, значит, заброшенный участок. Смотри, за 10 покупали, за 16 продаем, да? Так, тоже продаем и тоже сделаем 11%. Все, как бы, мы много чего продаем. Я надеюсь, что-нибудь да продадим. Так, октябрь прошел. Не удалось. Активная продажа, смотри. Продали мы. Что-то да продали. Я говорю, мы что-то да продадим. Так, наличка у нас сразу 200 тысяч. Так, сразу мы гасим кредит. Вот, смотри, по 20%, да, у нас 100 тысяч. О, мы сейчас ее погасим.
Так, и у нас 90 тысяч осталось. Ладно, пока деньги эти не трогаем нафиг. Так, недвижимость средняя. Недостаточно наличных, мне кредит никто не даст. Ничего страшного. Так, смотри, у нас еще что-то продали. Хорошо, хорошо. Так, 200 тысяч у нас пока есть. Так, киоск, 80 рублей гараж у нас добавился. Так, вот мы опять, смотри, что-то продали. Так, у нас, смотри, 340 тысяч есть. Идем в банк, и мы вложим на депозит. Сюда, 300 тысяч. Раз, два, три. Пополнить. Все. У нас будет на счету. Опять, смотри, большая трата денег, а? Опять, что он тратить деньги стал, а? Пора заняться спортом. Да, конечно. Подходящее время для горнолыжного спорта по выходным. Хорошее снаряжение, дополнительная экипировка, надежная защита, восхитительные и непередаваемые ощущения от скорости невозможно ни передать, ни описать, ни заменить. Да ты что, Леонид? А, деньги тратит, а? Любит тратить деньги. Бизнес. Давай. Средний. Нет, мало. Так, HateMate. 60 часов. У нас сколько времени? Да? У нас нехватка времени. Смотри, 31 час. Так, подожди. Что у нас там? Подожди, доходы, да? Где этот компьютер? Компьютеры. Так, где у нас здесь настрой компьютера? 17 тысяч. Снять с продажи? Продать. Так, вероятность. Давай вот так вот сделаем. 14%. Так, дальше. Что у нас есть в активах? Так, в активах есть у нас деревенский дом. Так, давай. Так, нет, у нас на продаже стоит деревенский дом. Так, что у нас там? Новая дача, смотри. Продаю. Так, что у нас там? А, нет, доходы приносят. Нет, не будем продавать. А, ну, 10 часов сжирает. Давай продадим. Так, сделаем тут 10%. 12%. 12% нормально, в принципе, у меня она работает. Садовый домик, смотри. Садовый домик тоже. Доход приносит 6 тысяч, но занимает 10 часов. Тоже мы продаем. Так, делаем 12% также. Так, хорошо. Старый гараж. Сколько занимает времени? 1 час. Нет, не надо продавать гараж. Хороший деревенский дом. Смотри. Так, смотри. Ну, мы его тоже продадим. Давай. Так, тоже ставим 12% где-то. Так, ну что-то мы должны продать в любом случае. Так, офис. Смотри, у нас увеличился офис аренда. Новая дача добавилась. Так, опять трата денег. Да что так будешь делать? Слушай, чувак. Нет, я тут пытаюсь копейки, какие-то крохи заработать, что-то продать. А он тратит. Трата денег, а? 100 тысяч. 100 тысяч? За что? Наконец-то легендарный оперный театр. Да ты чё? Открылся после длительного ремонта. Свежие и мягкие кресла. Потрясающая акустика. Конечно, буфет в антракте. Ну чё, гонишь что ли? За 100 тысяч буфет в антракте. Ты можешь магазин себе купить за 100 тысяч. Офигеть. Трата денег? Да вы... Подожди, в смысле? Чё-то какая-то херня? Какая-то фигня происходит. Что-то начинает тратить деньги. Что-то не... Трата денег. Вы записались на годичный курс изучения английского языка. Чертовски хорошо развивает голову о том, что в жизни пригодится, и говорить не приходится. Теперь это уже необходимость. Расходы 2000. Офигеть. О, деревенский дом продали. Офигеть. Да. Деревенский дом мы продали. Так. И сколько у нас сейчас? У нас сейчас 600 тысяч. 600 тысяч, но расходы у нас 300. Так, а ну заходим в банк. Так, сразу на депозит кладем 550 тысяч. Раз, два, три. Пополнить. Теперь у меня почти что миллион лежит на счету. Хорошо. Так. Точка фастфуда. Дешевый рекламный щит подорожал немножечко. 260 рублей. Это уже деньги, 260 рублей. О, 300 рублей еще рекламный счет подорожал. Так, смотри. Новое знакомство.
На встрече школьных друзей в прошедшую пятницу, благодаря своим навыкам общения, вы узнали, что ваш давний товарищ давно работает в финансовом секторе. Он сможет помочь вам в меру своих профессиональных способностей. Ладно, спасибо. Так, не удалось. О, продал! Актив «Новая дача». Смотри, за 600 тысяч продал. Нормально? Нормально. Да, у меня еще время освободилось. Ну, а доходы, смотри, плюс 1000. Доходы уменьшились. Ну, ничего страшного. Так, итого у меня наличкой 800 тысяч почти что. Почти что. Так, депозиты. Добавляем 750 тысяч. 750 тысяч. Раз, два, три. Пополнить. Итого у меня 1 600 000 лежит на книжке. Хорошо. Идем дальше. Опять ты чё, идиот, что ли? Ты чё, тебя разносит? 187 тысяч. Опыт опытом, но в спорте всегда есть тот, кто лучше вас. А у него точно этот воспаление мозга пошло конкретно. Интенсивный курс нового тренинга бывшего олимпийского призера опустошили ваш карман на 187. Да тебя ограбили, слушай. Тебя просто-напросто ограбили на 187 тысяч. Смотри, садовый домик продали за 487 тысяч. Так, хорошо. И время освободилось. Так, сколько у нас вообще времени? А, свободное время всего лишь 3 часа. Но наличка у нас есть. Так, давай какой-нибудь кредит погасим. Так, где у нас есть? Вот, квартира под ключ. Мы ее сейчас погасим. Ой, как приятно гасить. Как приятно что-то гасить. Кредит. Так, логистика. Вы успешно окончили обучение. Хорошо. Так. Так, свет месяца. Вы можете продать свои активы. Вот я понятно, я и продаю. Я и продаю потихонечку активы. Потому что я куплю себе либо бизнес, либо недвижимость. Так, а ну-ка, подожди. Давай недвижку среднюю посмотрим. Кафе. Смотри. 4 миллиона 100... 9, 4 миллиона 100. Ну, доход 80 тысяч. Так, а ну пробуем. Значит, кафе дают на 3 700, а нужно 400 тысяч всего лишь. Так, а у меня в депозитах же есть 400 тысяч, да. Так что мы берем, наверное, 500 тысяч, да? Раз, два, три. Вот так. Мы снимаем 500 тысяч. И берем кредит. Так, оформляем. Получаем. И мы покупаем здание кафе. Наконец, офигеть. За 4 ляма. Здание под кафе. Хорошая проходимость. Раз. Подходит для субаренды. Два. Так, перспектива сдавать в аренду. Мы будем сдавать в аренду. 1 час времени всего занимает. У меня времени 3 часа как раз. Доход 80 тысяч у меня. Прикинь. Но цена 4 ляма, конечно. Это будет офигенно. Знаешь что? Денежный поток, конечно, увеличится. Но расход у меня, смотри, увеличился. Минус 490 тысяч. Да. Так, потребительский кредит закрыт, хорошо. Так, а что у меня получается? Сейчас наличка 100 тысяч. Так, бизнес. Ну, что у нас там? Средний бизнес, посмотрим. Так, свободное время нужно нам аж 100 часов. Нет. Так, и что-то мы еще продали. Деревенский дом продали, хорошо. Так, у меня сейчас налички 330 тысяч. Так, посмотрим. У меня кредит, какой у меня самый большой кредит сейчас здесь? Так, я под ключ. Здание кафе 3 миллиона, офигеть. Когда я его, за 23 месяца я продам, да? Так, а что у меня здесь? У меня куча этих кредитов, жуть. Точка фастфуда, 15%. Так, занятие с олимпийским тренером. Так, давай на депозит положим. Пускай на депозите будет лежать 200 тысяч. Раз, два, три. 200 тысяч. Пополняем. И кредит какой-нибудь мы сейчас немножечко загасим. Вот этот. Визитовый принтеатр. Погасить? Погасить. Отлично. Так, дальше. Студия под ключ. Погасить? Погасить. Отлично. Здание кафе. 3 миллиона. Офигеть. Мы его вообще не можем гасить.
что очень большая сумма. Так, потребительский кредит у меня осталось 3. Так, давай потребительский кредит погасим. Есть. Так, небольшой дом, 1 600 000, 20 000 оставим, просто пускай лежит, не будем трогать. Так, рекламный щит, возможно улучшение. Так, давай улучшим, возьмем, нет, подожди, 33 000, 10 000 не хватает, у меня депозит есть. Сейчас сниму, 12 000, 1, 2, 3, снять, отлично, и мы улучшаем. Так, что у меня еще из активов, смотри. Так, киоск, киоск. Что у нас киоск дает? 16 000. Нет, киоск мы не будем продавать. Так, рекламный щит тоже не будем. Так, старый гараж. Так, гараж сколько занимает времени? 1 час тоже не будем. Пускай будет гараж у нас. Старый садовый домик. А, ну у нас он дает доход, ну 10 часов занимает. Нет, тоже пускай пока будет. Душка под ключ. Так, подожди. Мы эту двушку под ключ покупали. Мы ее не трогать не будем. Мы сколько отдали за нее банку-то? Процентов? Да фигища. И за эту же сумму мы ее продавать не будем. Так, старый киоск у нас увеличится. Образование. Да конечно. Нужно мне сейчас это образование. У меня часов вообще нехватка времени. 10 часов. Так, давай посмотрим. Рынок классического искусства. 100 тысяч. Дорого. Продвижение художника мне нафиг не нужно. Цены. А, вот смотри, доход от бизнесов. Ну, в принципе, давай, давай, сделаем. 190 тысяч надо, да без проблем, депозит. Снимаем 200 тысяч. 1, 2, 3, снять. Так, и обучаемся. А смотри, у нас сотрудники на всю жизнь, плюс 15%. Еще и дешевле. Чуть дольше, конечно, обучение, но зато 15%. Берем. Это лучше. Так, компьютеры мы что-то не можем продать, надо их продавать все-таки. О, смотри, оттрата денег. В вашем авто небольшая поломка. Я же страховал машину. Цена 5 000, требуется времени 10 часов. А что ж, страховой страх... Это не страховой случай, случайно, а? Я же страховал тебя, машину. Так, так, а ну-ка, что у нас там столько компьютеров? Сколько вообще приносит мне времени денег? 7 500 всего лишь. Так, а ну-ка, снять с продажи. Так, продать. Давай сделаем 19%. Мне нужно просто время. Да, дуда, дуда, да, дуда, плей. Дуда, плей.